двери открыты здесь были. Ботов убивают от прапора примерно. Еще один. Я же говорю, еще один. А, два, три? Не, ну это бан. Это бан. Троих с гранатой, походу, сят. Ой-ой-ой. Не хилит перфтор? Почему? Вроде должен. Опа, тут багарий. Бля, у этого фонарик светит, сучка сейчас спалит меня. Что? Не смотри на меня так. Чистая секью граната. Да-да-да. Да, троих. Блять, кто-то справа еще.
Откуда ты видишь меня, братан? Я же за стенкой. Да ладно, это читак, походу, чат. Взорвал его нахер. Кто там про хлеборезку рассказывает, я не пойму, это бот? Ну это чевыки, юсеки. Вот этот, по крайней мере, точно юсек. Нам-то не гони. За километр видно, что ты юсек. Он с АВТ-хой так стрелял, ты смотри. По-любому жулик. Просто что я взорвал. Не, ну я бессилен против такого. Извините. Не попадаю в него, как сказал бы Буянов. Блять, магазин упал. Сказал бы Буянов, ты просто не попал. Он каску снял? Это был киборг. Кто прыгает подо мной? Может, это киборг за мной выехал? Нет, это... Кто это стреляет? Какая-то херня стреляет. Это АВТ. Да он бессмертный, чел. Чел, он бессмертный. Я проверял. А вот ты нет. Да, может, будем рыбачить на этого бота? Прикольно, слушай. Сидишь такой. Эту кинул. Пшонку кинул, прикормил, такой сидишь. Кайф. А вот это окно, да, получается. Спасибо за музычку, Лис. Чё? Нет. Давай один раз сыграем в плохих дяденек. Под крысим? Да. Давай!
Я сам стеснялся тебе предложить. Это, ты прям здесь хочешь подкрыть? Я думаю, можно на втором было даже подкрыть. Да не, я вон тут сейчас под кабаном засяду, вон, чисто притворюсь. Охотником, бля. Наконец-то нормальный геймплей счет, ёб твою мать. Все, пошел. Пошел геймплейчик. Наконец-то свои лица показали, а то все, go fightится. Раскрыли свои личины. Что такое? Как мы позавчера бегали, то тут капец было, блин. Ну? Как будто распродажа какая-то была. У меня уже вся клавиатура занята, блин, всякими комбинациями, пес. Как на пианино. Да? Не хватает, блин, кнопок. А, вот, показать радар. 6-6. Так, так, пам, пам. Все, изи, блин, чат. Радарчик вернулся на свое место законное. Сейчас представляешь, типы будут ждать тех, кто выходит отсюда. И мы такие, ах, крысы, блин, ждали, сидели. Как так играть можно? Перед нами боты, походу. Что это за радар? Это радар, позволяющий выяснить IQ человека из чата. Проверяет IQ людей. Очень удачно даже, я бы сказал, проверяют порой. 0,01% погрешность. Многие не проходят проверку. Идем в офисы зайдем, биток заберу я. Пойдем, пойдем. Ты там положил биток? На нем буква Ш, кстати, написана. Нет, тоже В. Винцеслав? Он. Хорошо, хоть не Тигран.